Когда закончится текущий календарный год, истекут сроки хранения некоторых документов вашего архива. Вам нужно приготовиться к правильному уничтожению части документов с истекшими сроками хранения. Как же сделать это правильно? Порядок и сроки хранения закреплены законодательно. Несоблюдение условий обращения с бумагами грозит организации последствиями вплоть до привлечения к ответственности. Если период хранения документа истек, его необходимо уничтожить. Папа всегда говорил, уничтожай архивы. Обратимся к правилам хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях от 31 марта 2015 года, номер 526. Что же там сказано? Документы временных, до 10 лет включительно сроков хранения, хранятся в структурных подразделениях организации и по истечении сроков их хранения подлежат уничтожению в порядке, установленном пунктами 4.6, 4.13 вышеупомянутых правил. До проведения экспертизы ценности уничтожение документов производить запрещается. Уничтожение документов с истекшими сроками хранения можно разбить на несколько основных этапов. Этап 1. Приказом руководителя формируется экспертная комиссия. В приказе указан состав комиссии, цель создания, период работы, а также другие важные для организации сведения. На втором этапе на дела с истекшими сроками хранения в структурных подразделениях организации составляются предложения к акту о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению. На основе этих предложений подразделений служба делопроизводства организации составляет акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению. Третий этап. По итогам рассмотрения экспертной комиссии согласовываются описи дел документов постоянного хранения и по личному составу и акты о выделении к уничтожению документов. Затем описи и акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, утверждаются руководителем организации. И четвертый этап – дела на бумажном носителе, выделенные к уничтожению, передаются на уничтожение. Их можно измельчить с помощью специальной техники шреддер, измельчить вручную, сжечь. При этом способ уничтожения должен быть прописан в акте о выделении к уничтожению. Уничтожение бухгалтерских документов с истекшим сроком хранения осуществляется в общем порядке только если не содержит персональные данные и секретные грифы. Акты о выделении к уничтожению документов после внесения изменений в учетные документы архива подшиваются в дело под названием «Акты уничтожения документов с истекшими сроками хранения».